травма головы и различные ушибы. 17 человек пострадали в результате массовой аварии в Алматы. ДТП с участием трех автобусов и легковушки произошло сегодня утром в нижней части города. В больнице сейчас остаются трое пассажиров. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Остальных отправили на амбулаторное лечение. По факту произошедшего полиция начала расследование с места происшествия. Репортаж Дияса Махамбетова. На этих кадрах растерянные пассажиры покидают салоны полуискореженных автобусов. Авария с участием трех общественных транспортов и легковушки произошла на одном из оживленных участков проспекта Райымбек. Приехав на работу, я увидел с десяток машин скорой помощи, которые стояли на перекрестке. Как оказалось, медики выносили из салона автобусов пострадавших в аварии пассажиров. По информации полиции, водитель 54-го маршрута столкнулся с ехавшим впереди 133-м автобусом, а также «Нексией». По инерции многотонная машина врезалась в 88-й маршрут. Я сейчас нахожусь в салоне 133-го маршрута, который оказался в эпицентре того самого жуткого столкновения с участием трех автобусов. Как вы видите, выбило окна сзади и спереди этого автобуса. Помимо этого, вырвана спинка сиденья, а стойки, за которые держатся пассажиры, и вовсе вырвало. В результате массового ДТП пострадали 17 человек. 14 из них с различными ушибами и травмами доставлены в городскую больницу скорой неотложной помощи. После осмотра врачей лишь трое остались на стационарном лечении в отделении нейрохирургии. Пациенты в основном поступали с различными травмами головы, закрыты черепно-мозговыми травмами, ушибами, растяжениями конечностей. Состояние их средней степени тяжести. В клинике получают необходимое лечение в полном объеме. Из госпитализированных один мужчина, двое женщин. В департаменте полиции сообщили, что следователи устанавливают виновника аварии и другие обстоятельства произошедшего. Все будет известно после заключения экспертиз. В настоящее время следствие по данному факту начато сотрудниками управления полиции Медеевского района. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных пострадавшими, будет назначено судебно-медицинская экспертиза. С целью установления причины других обстоятельств аварии будет назначена судебно-автотехническая экспертиза. Как оказалось, три поврежденных автобуса принадлежат частным перевозчикам. Всего же до полудня в городе произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Диас Махамбетов, Жаксылык Толеберген, Гани Калуф, телеканал «Алматы».